снова отличился. Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. Его слова вызвали неоднозначную реакцию. В Думе их сочли оскорблением, а в Союзе женщин России признали. Хоть и грубо, но РПЦ выступает за традиционную семью. Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками. Высказывание вызвало резонанс. По словам главы Патриаршей комиссии по делам семьи, мужчины в таких отношениях не считают своих сожительниц за жен. Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен. Это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене, ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда. У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что я бесплатная проститутка. Поэтому говорят, у меня гражданский брак. Здрасте. Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги. И все. А так тебя никто за жену не считает. Зампред Комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что такими оскорблениями нельзя загнать людей в ЗАГСы, и подобные высказывания отдельного священника вызывают недоверие к церкви в целом. А главред Арти Маргарита Симоньян пригласила протоиерея к себе домой, чтобы он посмотрел на то, как ее дети прекрасно растут в семье неженатых родителей. А вот в Союзе женщин России отметили, что хоть и грубо, но РПЦ выступает за традиционную семью, и это правильно. В подобном ключе высказались и в пресс-службе Русской Православной Церкви. Священник в свойственной ему манере хотел сказать о психологической травме, которую при сожительстве мужчины наносят женщинам, отказываясь брать на себя семейные обязательства. Позже Смирнов заявил, что не намерен извиняться, ведь сказанное им – это факт, а проститутка – литературное слово, комментирует протодиакон Андрей Кураев. Здесь, конечно, есть какая-то двусмысленность. На собственном церковном языке гражданским браком называется брак не венчанный, а просто зачисленный в ЗАГСе. Это на внутрицерковном языке. На языке светском гражданский брак – это брак, который в ЗАГСе не зарегистрирован. Что же касается вот этих союзов, это зона ответственности людей. С точки зрения чисто социальной, опять же, понятно, что некое взаимное обязательство людей друг перед другом должно быть. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть, что люди эти обязательства друг другу вручают и потом исполняют. В прошлом году протоиерей Смирнов заявил, что женщины глупее мужчин, но отметил при этом, что в женщинах гораздо больше любви и терпения. В синодальном совете тогда назвали высказывание субъективным мнением Смирнова.